Мнение на седьмом. Арманд Мишель. Вся наша реальность соткана из противоречий. Вспомните известное выражение о стакане полупустом, полуполном. Это выражение как нельзя лучше характеризует двойственность взглядов людей на окружающий мир и на самих себя. Один и тот же человек может быть хорошим и плохим одновременно. Все зависит от того, в каких обстоятельствах вы с ним встретились. И если у вас неприятные впечатления от общения с ним, то кому-то этот человек может прийтись очень по душе. Вот она, двойственность. Инь и Ян, как прекрасный наглядный пример. В каждом белом есть небольшое вкрапление черного. Так и с людьми. Человек может быть насколько угодно добрым, щедрым и честным, но стоит ему один раз оступиться, и его осудят навсегда. А от такого черного вкрапления в безупречной репутации порой бывает избавиться очень нелегко. А еще человек может быть самым настоящим воплощением тьмы. Но стоит ему совершить один хороший поступок, и все скажут, что он стал на путь исправления, даже если это очевидно не так. Мы сталкиваемся с дуализмом постоянно, во всех сферах нашей жизни, и даже не замечаем этого. Двойные стандарты. Мы привыкли, что этот термин больше годится для политики, только на самом деле это красивое описание неравенства в обществе, того, что разделяет и разрушает окружающий нас мир. Но согласитесь, не так важно, полупустой стакан или полуполный. Гораздо важнее, что в нем.